В поселке Семендер города Махачкалы совсем скоро откроется крупнейшая современная школа, рассчитанная на 1224 ученических мест. В образовательном учреждении находится 4 корпуса со спортивными и актовыми залами, 2 бассейна для учеников старших и младших классов, пищеблок на около 400 мест, а также 65 кабинетов, которые обустроены в соответствии с современными требованиями. Для учащихся также будет организовано 4 суперсовременных компьютерных аудиторий, а актовый зал будет оснащен новейшей звукозаписывающей техникой для проведения различных мероприятий. Помимо этого, в школе имеются медицинские и стоматологические кабинеты с самым современным оборудованием. Большие игровые площадки с необходимым инвентарем для занятия физкультурой, волейболом, баскетболом, большим теннисом и бегом находятся на территории учреждения. Отметим, что благодаря открытию крупнейшего учебного заведения снизится нагрузка на школы Семендера и селения Красноармейское.